знакомиться с Elden Ring. Но умирали в прошлый раз просто до неприличия много. А у нас типа челлендж есть на ограниченное количество смертей. Их 200 на всю игру, и нельзя качать здоровье выше 15. И, конечно, этот челлендж кажется уже не очень реалистичным, учитывая то, что впереди еще несколько десятков боссов, а жить хочется. Но все в наших руках, в конце концов. Сейчас мы пойдем прямиком на босса, на котором закончили в прошлый раз. Это Годрик, насколько я понимаю. Или не пойдем? Не, давай не пойдем. Стартовую локацию хочу изучить. Карты не взял. Есть дракон неубитый. Блин. Да хочется катану подточить немножечко до плюс 5. Мне одного камня не хватает. Но я его искал. И так и не нашел. Давайте куда-нибудь сюда пойдем. Лачуга Творца. Ну, с босса не хочется начинать. Во-первых, не все присоединились. Во-вторых, я не разыгрался. Надо вспомнить, на какую кнопку переката, на какую кнопку парирования. За могилье. Вот так вот. Причем я здесь, ну, только пришел. То есть, по сути, перебрался через мост и пошел по левой дороге. Вроде хотели на юг, или я путаю. А куда ж на юг? Ты ж вроде стартанул с юга. Здесь конец карты. Какой юг? Ладно, посмотрим. Убили Годрика с руками? А-а. Не убили. Можно южнее перебраться через мост. Я понимаю, да. Ну, по карте есть туда тоже путь, насколько я понимаю. Но... я не помню этого желания, если честно. Пока смотрим, что здесь в округе. Видим вдали тот самый разрушенный мост. Места, конечно, такие странные. За что черепашку бью? Привет, Ротомата Хата. Стай корем, говорит. Да, это я уже прочитал. О, медведь. С медведем я еще не сталкивался. Ля, какой. Мужчина. Ну, какая-то изявая штука. Хотя вы видите, здесь есть какой-то труп свеженький. Мушки летают. Не, ну ровненько пока. Я не знаю, куда потом направиться, но думаю, что отталкиваемся от изучения местности. Глядишь, карту какую-нибудь найдем. На босса напоримся. Это интересно, кстати. Видите, внизу пещеры. Блит очень хорошо работает. То есть большую часть урона вообще сейчас по ним я наношу благодаря катане, свойстве катаны. Что это за местность такая интересная? Ага, можно спрыгнуть вниз. Там большое количество. Вообще это похоже на арену с боссом. О! Надо как-то туда спуститься. Да, там кто-то находится.
спускаемся. Не должен разбиться здесь. Ага. Кто у нас тут? А, это... Это нечто. Очень плохо пробиваемое. Блин, а я думал, Годрика будем душить. Ну, я думаю, что будем душить. Либо возьмем, сделаем пушку плюс один. Либо... Либо не сделаем пушку плюс один. Так, пойдем. Ну, я не хотел прям со старта начинать Годрика душить. Потому что скорее он меня задушит. Так, тут какая-то дверь. Что за... Мы не читаем подсказки. Опачки. Да, я перекусил уже. Не хочу сейчас. Что еще раз? Ну, я реально перекусил только что. Хорошо, давай. Грязные катакомбы. Майнкрафтеры подтягиваются, говорят. Да, там есть, кстати, сегодня продолжил трансляцию этот новый стример. И в целом у них такое в комьюнити. Видно, что спла... Чёрное! Блин! Кто это? Вон, видите? Ах ты, ё-моё. Очень резкие ребята. Ладно. Давай-ка мы восстановим здоровье тогда. Фляжек может не хватить. Они вешают тоже кровотечение, но мы пока сопротивляемся. Берем лучок. Видите, как они... Второй залез еще выше. Так, не понял. А можно мне... Черт. Да я хотел... Выстрел сильный, но что-то не работает. Нажимаю вроде... Нажимаю вроде Alt, как раньше, но не работает. Все-то не в топе на ГГ. Еее! Надо только поменять... Наконец-то! Хорошо, представь. Давайте аккуратненько двигаться дальше. Явно новая местность, явно новые враги. И музыка тоже такая своеобразная. Похоже на ловушки, кстати, вижу. Кто-то сидит. А, нет, все правильно. Давайте сильно выстрелим. Ай, ты ёпперы СТ! Я думал, мне послышалось. Они повсюду. Твари. Хорошо. Как же их много. Впереди двое. Блин, если бы у меня были... Теряю здоровье. Не зря акции Good Game купил, говорит Iron Beast. Поздравляю тебя. Очень своевременное приобретение. Привет, привет. Metal Man. Помидорки отдельный привет. Блин, твою... Я уже блок жал, таргет ставил.
Но он очень юркий. Смола из корня. Это, видимо, энчант для оружия. Какой-то рычаг. Где-то открылась тяжелая дверь. Я испугался вот этого вот призрака. Где-то открылась тяжелая дверь. RNB, спасибо большое тебе за поддержку. За веру. Но сюда мы должны были подойти. Оп. Да, я так и знал. То есть в одну сторону ловушка не сработала, в другую сработала. Может быть, я в одну не нажал на нее до конца. Блин, вообще похоже на босса. Впереди. Да я ж... Я слышу, ставлю таргет, жму блок, а они все равно пробивают. What the fuck? Да, похоже босс. 4 фляжки. Ну, погнали, пробуем. О, босс. Дуэлянт, хранитель могил. Две пушки, запоминаем движение. Стараемся отыгрывать от блока, бежит. Раз, два, три. Он, кстати, довольно слабенький с точки зрения ХП. Довольно простой. Но у него мало ХП. Убили. У него очень мало ХП. И довольно слабые удары. То есть тут как бы просто какой-то лайтовый босс. Не знаю, это... Может, это не босс был вовсе, но вроде как дуэлянт написано. Две смерти минус. Не, мы просто считаем боссов. Мы просто считаем боссов. Так, далее. Ну, местечко такое, да, коварное, можно сказать. Посмотрим на пушку, которую выдали. Как и ожидается, там требования по силе дикие. Ну, у всех молотов, на самом деле, у всех огромных пушек, как правило, требования такие. Присмотрись к молоту. Большой железный боевой молот для гладиаторских боев. Его владелец некогда сражался в Колизее. Тяжелый молот без труда разбивает доспехи, а крупный клевец предназначен для колющих атак. А, он типа такой. И такой, и сякой. Пассивных эффектов нет, но требования по силе 26. Ничего примечательного, что-то я не заметил. А, он баланс сбивает. Две руки не взять. Да будет слишком... Мне нужно силу выкачивать. Поэтому... У молота перка никакого не видел я. Ну, зашли. Себе плюс 2 жизни получили. Я бы восстановил здоровье и фляжки здесь. Там баф на урон, защиту и реген стамины. Там баф на урон, защиту и реген стамины. А, там был реов? Да ладно. Пассивные эффекты. А, вон, реов хвостуна. Ваши критики не позволяют эффективно использовать предмет, но... Мы же можем просто его взять, правильно?
в две руки. И рев хвостуна. Интересно, можно как-то посмотреть на конкретный эффект? Что ты, по идее, должен увеличить? А урона нет от него. А, и снимается, да, он? Так, а можно, пожалуйста, в две руки? Раз. Это основная механика соусов. Чем тяжелее пух, тем сильнее сбивается баланс. И тяж пушками и быстрыми атаками может станлочить большинство мобов. Угу. Да, что-то знакомое. Вот. Причем мы не можем бафнуться на этой пушке и переключить на другую. Пропадает эффект. Это мой банхаммер, прошу вернуть за вознаграждение. А, и мы медленно перемещаемся. Давайте сделаем следующее. Во-первых, из снаряги его вытащим. Ну и все уже. Уже нормальный перекат вроде как. Вроде бы. Побежали дальше. Ну, этих не трогаю, эту мелочевку. Опыта за них много не дают. Посмотрим, что здесь в болотах. Медузки впереди. Наверх можно запрыгнуть. Ой. Кто-то рыб... А-а-а! Тут нежить. Правда, нежить очень базовая. Добивать ее все равно приходится. И медузы впереди. Ну, я с ними, как правило... Вообще, место довольно-таки поганое. Из-за того, что много разноплановых мобов. Тебе тут и андеды воскрешающиеся, и плохо пробивающиеся. Слизни какие-то. И летающие мухи. Что за лут? Ядовитый цветок. Причем они как будто коллективные, видите, сразу в агру перешли. А-а-а. То есть даже так. Какой же самурай лук классный. Здравствуй, бобр, привет, привет. Макер, там при описании молота указывал, что дает скилл, а ты не успел. Да я успел почитать, что он увеличивает урон что-то еще, но смысл в том, что мне хочется посмотреть на конкретные какие-то цифры, понимаешь? Так, еще тут обилие подсказок. Что странно. Блин, а выход как будто на арену. Красиво. А, я вдоль реки иду, да? Но я здесь не был. Хотя бы разок пробежаться, думаю, стоит. А. Не понял. Тут нельзя коня вызывать. Подозрительно. О, вторжение. Нерджиус окровавленный.
неплохо. И он какой-то тоже... Ну вот, видимо... Ах ты! О! Ах ты, ах ты! Перекатчик. Он же может убить ведь. Кровопотеря у меня. А с чего? А, вижу. А кто это у нас пришел? Зачем? Что происходит? Тебе и твоей дрянной крови пришел. Класс! О-о-о-о. Это кто-то на... Ну это же скриптово, это не онлайн, правильно? Это демонстрация, выполнив свою цель. О-о-о. Что произошло? Что произошло? Одно вторжение, потом второе вторжение. Да, да, видимо, это демонстрация возможностей. То есть вот со всеми этими пальцами, кажется, само не здесь можно. Скрипт, да, понятно. Еще одна пещера. Заходим. Хорошо, фляжки восстановились. Грязная пещера. Можем, кстати, уровень повысить. Ну, 4 косаря. Можно жмякнуть немножко душ и скинуть их, чтобы не потеряться. Сколько нужно для того, чтобы повысить? 5500 где-то, да? 4 есть у нас. А, нет, 5200. 5228. При этом описание бы сменить. Оно должно смениться уже. Ну, то есть там Dark Souls должен быть. Или нет? Сейчас посмотрим. А, разное. Почему не подцепился анонс? А, потому что Elden Ring, он у меня поставлен на завтра. Вот я дурачок, а. Все. Я бы, наверное, в стойкость немножечко, потому что мы через блок все же играем. Стойкость и ловкость будем качать. Что за оружие выпало из старженцы? Я, кстати, его... А, вот, редувия. Кинжал. Кровотечение. Модификатор от ловкости. Но еще нужно колдовство для того, чтобы... Адекватно. Кровавый клинок Редуви. Давайте. Можно попробовать факел поставить, кстати. То я чувствую, что... Темновасто. О, совсем другое дело. Колдовство — это как удача с предыдущих игр. Понял. Вижу, человек бежит впереди. Что он делает? Ловушечка. Разбойники. Один, видимо... А, вон ловушка. Только сейчас увидел. Но они какие-то тоже, знаете. Тихо. Простенькие. Я понял, что зря убежал так далеко в прошлый раз. Что явно тут... На стартовой локации много контента. Босс, что ли? Тут мини-боссов, да, это похоже на босса. К
кто? Да ладно. Не может быть здесь такого, что нет босса. 100%. Вон, кровавых пятен. Сейчас кто-то встанет. Ага. Лоскутик? Да ладно. Ух ты, тоже интересней. Пробивает, конечно, классно. Сдаюсь, обнимаю белый флаг. Все такое. Подлец. Пощадили. Я не сомневался, ты исключительно разумный человек. Мольба о пощаде. Тебе новый жест дали. Ну давай поговорим. Это снова ты. Ты ведь погасшая душа, как и я. Как же я мог так ошибаться? Я принял тебя за получеловека и какого-то невинную ошибку, уверяю тебя. И так предлагаю начать все сначала. Кто старое помянет, тому глаз вон. Простите, забыть. Отпусти и забудь. Простите, забыть. Я лоскутик. Лоскутик отвязанный. Погасшая душа, как и ты, но только свободная. Я, можно сказать, кочевник. Эти бывшие солдаты, эти бандиты, они просто не дают мне умереть с голоду. А я в обмен. На это обучаю их основам мастерства. Но сказать по правде, эта шумиха с грабежами жуть просто. Я, правда, готов начать новую жизнь. Я открою лавку, стану честным торговцем. В общем, не забывай меня. Скоро я налажу работу, заходи как-нибудь. Классный чувак. Обязательно заходи еще, подружка. Скоро я налажу работу. Короче, видимо, торговец какой-то NPC. Да. О, надо увеличить количество убитых боссов. Это же тоже босс, правильно? Ребят, это босс? Это босс. Враг повержен, было написано. Значит, ну хотя, должны засчитать как убийство. Вернуться ко входу, но я там не все посмотрел. Там же было... там же было еще одно ответвление. Ну вот сюда же мы не ходили с вами. Еще сундучок. И надо рубаху посмотреть, вдруг хорошую. Гриб. Охренеть, подарок. Снаряжение. Ну, рубаха очень легкая, защита соответствующая. Полоска босса была, босс пал. А жив или нет, в условиях не было. Как же тебе? Привет, стресс. Слушай, без тебя нормально, без стрессов вообще отлично живется. Но спасибо, что зашел. Стресс. Давайте вернемся ко входу через... Ну это явно такие первые обучающие боссы. По сравнению с Годриком... Эти ребята попроще. Он раз, наверное, в 4 плотнее, чем... А чё второй амулет не поставишь? Я даже не знаю, что можно одновременно их ставить. Конечно, надо поставить. Тем более, там есть толковые весьма. Так, у нас стоит один на макс здоровья.
Эффективная дальность лука вряд ли. Усиливает атаки, снижающую выносливость при блоке. Можно попробовать. Резист к огню. А как поставить? У меня вот один выбран. Примените, не могу. А с чего... Без меня, простите, никуда, говорит стресс. Без стресса мы были бы все бесчувственные биороботы. А, в меню снаряги, точно. Сори, вот же. Спасибо большое. Контратаки колющими, но у меня контратаки такие себе. Дальность не нужна. Давай так. Спасибо большое. Откуда я прискакал? Похоже, как раз оттуда. Так что по коням. Тебе за Маргита, который на входе замка был жесткий, дали слот для... понял. Вот оно как, оказывается. Так, тут снова андеды какие-то. Какие-то сейчас размотают себя. Блин, муха бьет. А эти сверху висят. Страдальцы. Давай, позбиваем их немножечко. О! Блин, гнус. Он смотрел на меня? Не бил какое-то время. Так, а как это восстановил ХП, я не понимаю. Эти откуда-то появились. Видимо, засада. Опа! Понял, все, все был неправ. Был неправ. Тей поддержал. О, Тей! И сообщает, колечко. Вот оно, колечко. Теперь не свободно, сердечко. Скажи, как мне речка. Скажи мне, рябина, когда будет смерить и руина. Скажи ты мне, речка, скажи мне, рябина, когда будет смерть и руина. Спасибо, Тей. Все будет. Сегодня на Годрика пойдем. Колечко, бобровое колечко там еще будет. Никакой руины, ни одной смерти за сегодня не было. Чё вы это... Опа, можно призвать кого-то, а? А, это я вышел на... к дракону, да? Может, бахнем резист к огню и попробуем дракона завалить? Я чую, что... Вон он. Давай, снаряга тогда, чё? А где-то можно посмотреть резисты свои? Может, статус? Во. Стой, ксвера, молния, маг... Огонь! Защита, сопротивления 93%. Что бы это ни значило. Нет, не проценты. Это количество, а проценты справа 40%, видимо. В прошлый раз меня просто очень-очень лихо этот дракон
покарал. Я осмотрюсь в болотах. Проскочу, посмотрю. Что да как. Фига. Что забыл про этих крабов здоровых. Здорово. Замануха, блин. Ну, конечно. Давай сейчас еще... Нет! Ах ты, тварь. Как много крабов-то. Вон, вижу, есть. Благодать. Меня же здесь не было вообще. Crap, people, crap. Вон стоит кто-то еще, видите? А, даже так. И здесь еще босс. И сюда я не ходил. Я как-то хитро прошел. И мне направляют вообще куда-то... Куда-то на юг, реально. С дофига всего. Ладно, давай попробуем выбить. Все-таки. Вряд ли получится. Крабики маленькие такие. Слава тебе, Господи. Там боевой клич какой-то. Да блин, таргеты, как они мне дороги вообще? Серьезно, камера во все стороны. Серьезно. Да ну вас нафиг, крабы бешеные. Крабье мое. А! Ой, я думал, они отстали. Спокойно, Миш, спокойно. Все, иди восстановись, выбил. Отключи в настройках автотаргет. С этого и начали игру, а он отключен. Это болезнь еще с этого, с черт знает с какого соуса. Там стоит нет автотаргета. Не веришь? Выкл, выкл. Так, вижу подъем наверх. Вообще, куда здесь идти? Давайте вдоль. Вот как нас посылают. На мостик. Или вот сюда зайдем. Посмотрим на босса. Пардоньте. Ребята скучают. Че, как дела у вас? Селяне. Сам виноват. Орёт. What? Я кнопки путаю. Просто путаю кнопки. Меня в прошлый раз предостерегли. Что, типа, не тыкай сюда. Убьют. Очень много смертей. Узилище одинокой ищейки. Войти. Ребят, входить или не входить? Или рановато реально? Да чего сомневаться, погнали. Ой, дурак. И где я? Ой. Ой. Ё-моё, рыцарь ищейка, Дарвил. Блин, у него болит.
черт, я вот не знаю, что с ним делать. Блин. Сейчас блин. Какая грязь. Плюс смерть. Ну, шустрый новый мувсет и... невозможность в блоке посидеть, потому что у тебя накапливается блид. И все. Ну что, с почином, Микш. Первая смерть на сегодня. И не последняя, потому что я на Годрика еще хочу. Пройдем, видимо, по... О, тут какой-то мост с воротами. Че охраняем, ребят? Ой, там реально много народу. Хорошо. Давай-ка спешимся и воспользуемся нашими особыми навыками. О! Ага. Баллиста шмаляет, вижу ее. Все не так просто. Попробуем в обход. Ивол, привет! В обход — это интересная идея. По правой стороне, может? Жертвенный мост. Ну, я вижу человека за баллистой. Она почему-то... он почему-то стреляет. Шарпшутер. Чисто снайпер. Н нейтрализована. Хотя они могут там и снова сесть за нее, но... подло. Подло, ребята, подло! Там прям по голове так бил. Хедшот. Ну и чего? Думали тут... армейский болт. Щелотецкий. Кузнечный камень первого, к сожалению, уровня. Но мне второй нужен. Катана заточена уже хорошо. Мечевидный ключ. Такой уже был, кстати. Так, а могу я с конем тут запрыгнуть? Могу же. Ой-ой-ой, только давай не будем так. Зачем мне сюда? Ничего такого нет. Лута нет. Слушайте, тут целая часть карты, реально. Еще угол есть. И благодать рядышком. Давайте сохранимся. Вяземский говорит: солнце на небе сияет бодро, пение птиц услаждает слух. В путь собирается смелый сэр Бобр, свой закаляя железный дух. Спасибо тебе за креатив такой. Ой, мне кажется, я иду. О, здравствуй! Ля скучает. Hello. Hello. Кто-то здесь? Она слепая. Прошу, удели мне минутку. Меня зовут Ирина. Я сбежала из замка Морн, что на юге.
Местные слуги подняли бунт. Точно не знаю, что произошло. У меня с рождения слабое зрение. Но клянусь, что слышала страшные вопли, разносящиеся по всему замку. Мой добрый отец тайно вывел меня оттуда, но сам решил остаться, сказал, что это его командирский долг. Дьюти. Так, замок захвачен. Огромное количество тут павших воинов. Впереди... Впереди сообщений масса. И такая вот арена боль... Да, великан впереди. Но великан не, не первый и не последний еще. Великан, кстати... Нет, он враг. Собаки еще. Надо стрелы будет купить в следующий раз. Он так с луком тащит. Обязательно лук буду затачивать. Да, великан вижу. Потратили всю стамину, к сожалению. Что он какой-то пригорюнившийся. А, может, он спит. Ну просыпайся еще. О, блин, сразу половина, половина хитов. Ни хрена себе ты. Ай. Неприятно. Ага, плохо. А, вот это еще хуже. Нет, на ровном месте просто. 40, 40, ну нельзя так умирать, Миш, нельзя. Такой дурачок. Ну, зачем? Были бутылки, можно было отступить. Я опасаюсь за жизнь отца. Слуги впали в ярость, их переполняли в ненависть. Они убили моих спутников, всех до единого, никого не пощадили. Боюсь, в замке Морн дела идут не лучше. Умоляю тебя. Отнести это письмо в замок моему отцу, не откажи в любезности. Чего она сразу не сказала? Я лишь хочу, чтобы он сбежал, даже если это запятнает его честь. Пожалуйста, я не переживу, если он пострадает. Ладно, доставляем. Возьми это. Письмо Ирины. Отнеси письмо моему отцу, который остался в замке. Не откажи в любезности. Замок Морн или как-то так. Ну, сейчас аккуратней, блин. Потому что каждая смерть... Это сейчас кажется, что там еще 160 смертей впереди. Вся жизнь там, типа, все нормально. А потом бах. И пенсия уже. Собираем душу. Может, не стоит великана трогать? Хотя вроде его довольно свободно можно победить. Интервалы
активировал время. Спасибо большое, интервал, за примачок. Первая подписка, товарищи. Благодарю. Ну что, попробуем. Пока просыпается, также начинаем просто бить массово. Блин, собаки сзади. О, нормально. Но я не успел, у него снять такое же количество здоровья, как раньше. Да умри уже. Спасибо. Косарик сразу тебе. Бах. Двигаемся дальше. Ну, а что мне мешало в прошлый раз аккуратненько так его? Пошел в размен ХП непонятные. А, так вот какие твари напали. Это же не люди. Это же... Эстетически не очень приятные. Хотя улыбчивые. Я теперь понимаю, что вот весь этот путь на север, который я проделывал дальше замка, это было вообще не это самое, не по уровню. Сейчас, по крайней мере, урон хороший, тебя с 2000 не убивают. Кузнечный камень 2! Yes! Мы можем катану грейдануть для плюс 5, и там модификатор по ловкости поменяется. Еее! Здесь явно можно забраться наверх. И туда можно пройти. Морза говорит, я уже думал завтра. Да я промахнулся с датой, прошу прощения, анонс. Уже в воскресенье поставил и... Давайте попробуем выбить. Пепел войны, могучий залп. О, кстати, это может быть хороший модификатор для лука. Надо посмотреть, что он дает. И в целом, наверное, лук надо тоже грейдить. Ну, а чё? Хотя бы там на плюс 2, плюс 3, до плюс 3 его догрейдить. Ну, сперва катану. Ладно, давай не будем пока с дороги сворачивать. Вижу небольшой лагерь слева. И как раз сейчас мы можем перенестись и прогрейдить катану. Здесь телепорт есть. А, это NPC. Это кто-то хороший. Ну что, погнали грейдить катану. Привет от Трояна, теперь мы ГГ. Трояна? Трояна. А как, о каком речь? Беляк, пришел к нам товарищ новый. Их довольно много в последнее время. У нас за последние 3 месяца, каждый месяц, начиная с декабря, рост по 10% в месяц аудиторные, а в этом уже стремится к 30%. То есть там такие графики мотивирующие. А, well played. Так это... Это же классика, ребят.
Волплейда знаем. Он сегодня заходил, кстати, тоже. Наконец-то грейдим катану. Надо не забыть еще стрелы взять, друзья. Усилить оружие. Вот оно. У тигатана плюс 4. Будет плюс 5. Соответственно, ловкость модификатор с D на C. Кровотечение не меняется совсем. 141, 148. И модификатор с 38 до 41. Урон растет. А, я бы прогрейдил дальше лук, потому что обычных кузнечных камней у нас довольно много. Раз и два. Хорошо. Надо сбегать к... за стрелами, потому что они закончились. Крафтить новые стрелы мне не нравится, потому что те стрелы, которые доступны для крафта, очень... Они как-то летят по траектории хреновой. Не пугайся, это посвящение. Да-да-да. Это традиционно мы всех беляков приветствуем щеглами. Новоиспеченных пользователей. Берем стрел на максимум, да, 77. Маловато. Можно было посмотреть. Ладно, не буду чармить. Ну, новые вот эти вот... на оружие накладывать обилки. Пока хватит. Переносимся сюда. Вот, сейчас у нас и катаном стало мощнее, и лук стал мощнее. И без того урон был хороший. А вот в этом районе, думаю, вполне мы найдем нормальных, ну, убивабельных врагов. А, можно было, кстати, здесь у него купить стрелы. Легкий арбалет. Ну, над силой скелец, насколько я вижу. Заметка с небольшой подсказкой. Ребята, ладно, у меня денег нет. Я бы так подсказку послушал. Здесь можно запрыгнуть наверх. Но я бы двигался по тракту дальше. Да, Wellplayed. Мы уже разобрались. Это такой медленный гендоп. Wellplayed'а знаем. Знаем, уважаем. Стоичорум поддержал ваш канал на 500 рублей, сообщает. Ой. На подсказку. Ну ладно, ладно. Small Good говорит. О, стримчанский, добрый вечер. Как ваши... Спасибо, хорошо. Спасибо, хорошо. Сегодня посмотрели Варик. Получились не такие интересные игры, как я ожидал. И по результату не очень. И... Если вы пропустили, очень, кстати, игры Happy Moon, очень рекомендую посмотреть. Враги полулюди. Взяли подсказочку. Смотрим в инвентаре. Чтобы побыстрее расправиться с полулюдьми, их убивать, надо их предводителя. Остальные сразу же впадут в панику. Предводитель. Ну окей. А, ограничение это там же у беляков раз в минуту. Это против спамеров. А может Годрика пойдем убивать? Чего? Мне кажется, я готов уже. Опа, здрасте. Там с таким... А ну-ка, иди сюда. Вот такой болт. Сзади карта. Ладно, погоди. Так, давай. Он опережение сейчас стреляет. Вспышка справа. Да он здоровый, смотрите.
Я скачу на тебя. Чип. Ух, хорошо. О, такой ахиллесова пята. Ну так эффектно, смотрите, такие расстояния. Здесь в Элдене самое главное отличие от Dark Souls — это наличие маунта и совсем другие масштабы в плане уровня. И это дает возможность игровой дизайн сделать такой любопытный. Ну, дистанции колоссальные, скорости хорошие, прям ух. Давайте в замок. Я много куда не заворачиваю, иду пока что по прямой. Так, что это у нас тут? Это как раз мы письмо доставляем, видимо. Да, доставлено. Впереди вижу... этот... лифтецкий. Ну, для начала зайду... в оружейную. От оружейной, правда, только одно слово. Странная комната. Поехали. В DC только зрелости. Да, но там таких масштабов нет. Открытых пространств не было. Там все равно были... было потеснее. Чую, боссом пахнет. А, нет, это пока эти... не люди. Это главный. Лоли Драгон активировал премиум. О, Лоли Драгон, привет. Ну что, ребят, паника-то будет? Полетели там слева. А не понял, а что такое? Ой, сейчас меня сожрут просто здесь. Да ладно. Собака еще. Ой, все, короче. Беги, Мишган. Беги. Run for your life. Ну вот пес. Ха! А, нет, могут идти. Обожаю метку просто, она такая классная. А куда ты прячешься, маленький? О, какой хитрый. Такой бочком-бочком. Чё стоим? Кого ждем? Хорош. Ля, какой снайпер. Вообще. Не остановить меня. Нонсенс, привет. Наверху слышу их крики. Песели вижу. Красиво. В прыжке тоже появились выстрелы. Опа. Хитро. Ну, в лучших традициях ДС.
Так, еще кузнечный камень 2. Это на следующий грейд. Катаны. Наверху кто-то с кем-то бьется. Или ходит, просто пытается ко мне прорваться, видимо. Видите? Может, типа, как будто сражение идет. Красиво. Это, видимо, стагер, что... Опа! А это кто такой? А это что такое у нас тут, а? Ребят. Это не босс. Ой. А, по голове нельзя его бить, да? Конечно, ужасно, но... Не очень простой. В игре уже насчитали 150 плюс боссов. Я слышал цифру 85. Но, видимо, не всех нашли. Клеймор. О-о-о, красивая. Клеймор. Сила, ловкость. Коготь льва какая-то штука. Двуручный меч. Попробуем клейморчиком. Вот так вот. Ладно, хорошо. Но он слабее моего текущего оружия. И я еще как просто мешок с картошкой перекатываюсь. Огромный меч с длинным прямым клинком. Чтобы держать его одной рукой, требуется недюжая сила. Хотя его увесистое лезвие идеально подходит для широких размашистых ударов, этим мечом также можно провести тяжелый колющий выпад. Поистине универсальное оружие. Но надо тогда мне... Похоже на ловушку. Интересно, его можно было спасти? Харю-харю. Лесенка наверх ведет. Я сзади еще пооставлял. То есть не посмотрел, что... Там, где такой мини-босс сидел. Вот здесь. Ну, если по какому-то пути идет, ну, идет прогресс серьезный, стало быть, скорее всего, ты до тупика не дошел. Подобного рода играх. То есть имеет смысл вернуться назад для того, чтобы... А, это тоже подъем, возможно.
Ну, ладно, посмотрим. Пусть игра, как тут можно умирать. Очень легко. Если жизни, мы жизни не качаем. Здрасте. Поехали. О, красиво тоже. Ну вот, смотрите. Ах ты. Ага, понял. Правильно сделала это, что улетело. Хорошо. Но лестница вела меня в другое место. 100%. Вуй, так привет. Здравствуй, здравствуй. Пропустил твое сообщение сначала. Вот он. Костерок. Хорошо. Получается, мы... Ну, я немножко потерялся, на самом деле. Замок здоровый. Всяких проходов. Тьма. Как минимум, я одну лестницу сзади. Ага. Ну, я... О, хорошо. Очевидный ключ. Нет. Плохая была идея. Здесь полюбасы спрыгиваем. Вижу. Как их много! А, я думал, он умер. Вот это подлец. Чуть-чуть жизни оставалось у него. Чуть-чуть. Аккуратненько. Опачки. И тут какой-то дух в маринованные черепа ахи. Ну, с духом мы явно сейчас будем общаться. Может, это папашка вообще? Прошу, помоги мне, я благородных кролей. Эти мерзкие полукровки сидят меня, я буду проклят навеки. Пожалуйста, что угодно, только не этот позор. Прошу, помоги, я благородных кровей. Что я с тобой могу сделать? Давайте подсказки почитаем. Осторожно вверх, это понятно.
Узри ценный предмет. Ну... Благородные короли, да, это особая порода королей. Еще здесь, кстати. Красиво разбил. Дальше видим башенку, подъем. Сюда можно тоже будет упасть. Там внизу что-то. Блин, я думал ты. Хорошо пробивает. Но все равно удар не держит. То есть сюда можно упасть, не знаю зачем, но просто есть такая опция. Здесь можно подняться тоже, просто потому что можно. Челлендж обновили, толково сделали. Да, сегодня с Тайкориум хотел еще раз челлендж обновить, но у него это забава какая-то. Он... Ага. Талисман парного клинка. Кстати. Увеличивает эффективность дальнейшего. Усиливает последнюю атаку серии. Спускаемся. Ну, вон, вижу внизу. Можно спрыгнуть туда, там лут, по крайней мере. Какой-то есть. Ну что, спрыгиваем сюда. Здесь тоже есть спуск. Облегший золотой подсолнух. Виолончель играет такая. О! Здрасте! Восстановили фляжки. Прыжок. Михаил, можно ускориться на лестнице в стиле пожарных, как... А, типа вниз и... Да, это ж так, есть такая механика в Dark Souls. Блин, красиво. Это куда я вообще пришел? Плачущий остров. Точнее, полуостров. И лифт. Ой, чую, вон там вот у одинокого дерева заброшенного на острове нас ждет босс. Ну я бы, если бы был боссом, я бы там ждал. Место живописное, красивое, классное. Тут лифт. А-а-а, замануха такая, блин, я не люблю такие вещи. Так, стоп, а... Так, а я точно не... Надо ниже спускаться как раз. О, ребята, сейчас начнется.
Кузнечный камень 2. Нет, все нормально. Но только внизу полным-полно крыс. Ля, я какой. Просто ворвался, как царь. Гнездо это крысин. Кнут. Упа. Давайте посмотрим. Кнут был оружием ловкачей раньше. Кнут. Ловкость, сила. Дробящий? Кнут дробящий? Можно в качестве альтернативного оружия, типа по тем, по кому плохо колюще будет проходить. Будем с кнутом. С кнут. Упа. Упа. А если взять в две руки еще? Такое ощущение, что он двойные удары делает. Я ставлю кнут, потому что он эффектный. Ну и надо разнотипное оружие под это самое, под... О, нашли, кстати, неподалеку благодать новую. Я подозреваю, что впереди босс. Остров, очень живописное место. Медузки внизу. Очень много свободного пространства в целом. А, вон он. Да, там реально босс. Ну что, мы готовы? Подъем, блин. Успел, слава тебе, господи. Ну чё ты, ну? Я бы восстановил... А, хотя у нас все, в общем-то, восстановлено. Медуза снизу. Кажется, вот так вот, да. Побежали. С Богом. Бастард Леонин. Нифига себе урон. Нет! Нет! Ну что, пошли заливать? А мы можем здесь прыгнуть без проблем? Можем. Надо души не забыть поднять. Я хочу посмотреть, сколько у меня там душ было. Четыре косаря, блин. Волков-то вызови. Запрет на волков. Хотя чё, кто мне запретит? У меня и ограничения по жизни, и запрет на волков. Все молодцы такие. Сделали миллион ограничений на количество смертей, на первое прохождение, на волков, на чтение подсказок,
И вот поди сыщи этих людей, которые накидали ограничения в чате. Вызываем волков. Не помогут волки, особо говорят. Ага, не помогут. Да как? Чуть-чуть. Съешь его. Съешьте. Почти убили. Минус 10к. А, без призыва. У нас в базовом челлендже без призыва духов. Ну, ё-моё, ну... Так, я не увеличил количество смертей. Точно, Стайкориум же это самое в своем челлендже накреативил и волков еще. Не качай хп, блин. Не вызывай. Надо запоминать его. Ага. Понятно. Да блин, я же не знал, что он дважды прыгает. Блин, я не успел, сука! Хорошо. Зависла игра. Ну как так? Ну как так? Нет! Да там лишний перекат, лишний удар. Почти, да, почти. Нет, в целом у него по типу удара все более-менее понятно. Ну то есть они такие открытые, читаемые. Перезапускаю. Мне в стиме говорит unable to sync. Типа нельзя синхронизироваться. Друзья, всем добрый вечер, хорошего настроения. Demon's Souls, Elden Ring. Demon's Souls, Dark Souls, Elden Ring. Я все равно не запомнил у него движение. Я так перекатывался, скорее по наитию. Ну, то есть, посмотрел на анимацию и пытался тайминг попасть.
меня не было понимания, в какую сторону перекатываться влево-вправо, в какой момент перекатываться. Но в целом урона у нас достаточно для того, чтобы... Ну, не то чтобы с ним размениваться по ХП, вот это как раз мы сделать не можем, но... Чтобы в случае там 4-5 правильных проведенных атак его убить. Отлично, блин. Вот это продолжение. Все, понял. Я уж думал, что все, на безопасном расстоянии начал пить. Ну, я думал, что все уже, ну все. Очень много я одна о нем отдаюсь. Так близко. Там у него осталось жизни, вообще не видно. Нет, вставай, вставай, вставай. Нет, да твою мать! Блин, вообще ни одной фласки не потратил на эту треть хп у него. Ах ты, тварь. К черту, видимо, челлендж. Я сейчас начинаю. Такие еще в начале были хорошие. Там увернулся от одного удара, увернулся от второго медленного удара серии, там... Да, можно меч, кстати, в две руки. Да, я пытался его блочить, он не очень хорошо блочится. У него довольно сильные по стамине удары. Так урона будет больше. Да блин, сам под этот меч попал. Блин, не увидел его. Нет! Рано перекатился, блин, дебила кусок. Да. Да.
Боссов еще масса впереди, и я слишком много заливаю на обычного. Лучше не меняться ударами. Да блин, я... Почему не прикатился? Он ни раз, ни два. Последний раз пробуем. И бросаю. Ну, не хочу. Надо, чтобы его убивать, нужно практиковаться. Чтобы практиковаться, нужно умирать. Либо приходить сюда позже, либо... Играет для удовольствия, но это чё-нибудь. Ну, я чувствую, что он бесит надо мной, как невыполнимый уже. Ограничение на ограничении. Волками нельзя, хп не качай. Не умирай. Задушили, блин. Ай, не знал эту связку. Не узнал ее. Да я пытаюсь. Да блин, и этот удар опять пропустил. Короче, к черту. Давайте, я сдаюсь, что точно я его не выполню. И спокойно буду идти дальше. Слишком много ограничений. То есть уже на дистанции понятно, что челлендж невыполним для меня. Он... Играю удовольствие веселей. Да, поехали. Нафиг. Куда идти? Это уже третьего босса пропуск. Сейчас мы с собаками его убьем. Погнали. Призывами не пользуйся, этих волков не вызывай, хп не качай. Ай, душные. Двуручник с гибридным клинком. Опа. Ну, двуручники, скорее всего, тоже будут мимо. Сила 40. Капец. Знаменитый меч замка Морн. В руках Мстителя он пропитался горечью и жгучей яростью. Легендарное оружие. Единственный выживший герой из давно исчезнувшей страны. Так сильно не желал сдаваться, что присвоил мечи целого клана воинов. А, я понял. Клятва мести. Сбау говорит, это разное. В прошлых частях тоже были призывы. Ты же ими не пользовался. Ну... Призывы мультиплеерных не пользовался, а магии в целом пользовались. Челленджи для первого трая тут вообще не подходит. Игра огромна, больше ДС третьего раза два, если не больше. Так. У меня же еще квест на эту девочку. Еще не все исследовано в этом замке. Давайте осмотрим.
Наверху что-то есть? Нет, ничего особо нет здесь. Красивая вода. Что орешь, что он считает? Так, давайте, наверное, с медузами тут постреляемся. Души старые 4000, к сожалению, почили. Да зачем мне эти медузы несчастные за 16 экспы? Кузнечный камень мрака один. Это для магического оружия вроде грейт. Вон там еще лутецки слева. Там и с волками, и с прокачкой сложности. Ай-яй-яй. Блин, крафт непростой. Ладно, простой. Уже простой. Огненная стрела. Не шибко густо. Дальше, видите, я бы упал, если бы прошел. Так, в замке были что? Были... Может быть, через вейпоинт вернуться? Я вообще не уверен, что я отсюда смогу добраться назад пешкарусом. Хотя вроде должна быть такая опция. Так, нет, стоп, этого пропускаем. Челлендж был неплохой, если бы нолик еще пририсовать. Ну, либо скилл нужен, либо... опыт прохождения игры. Ну да, я просто еду отдаюсь. Короче, ладно, друзья, пойду отдыхать. К черту, не хочу, сори. Уже успел расстроиться, уже челлендж провалил. Останавливаемся на 50 смертях и идем отдыхать. Завтра увидимся с вами вечерком на АТР Капе по Варкрафту. Да сегодня еще стрим был дневной по Варику один, потом фуфашечка другая. И чуть-чуть поиграли, совсем чуть-чуть. Сори, что я расстроился, не хочу без настроения играть. Все, спасибо, что смотрели, спасибо, что зашли на ГГ. Увидимся с вами завтра вечером. Пока.